Он был еще школьником, когда началась война. После школы путь был один в армию, а оттуда в Афган. Юного солдата определили в вертолетчике. Всю свою службу он был пилотом воздушного судна и дослужился до командира звена. Сейчас Сергей помогает инвалидам афганской войны и рассказывает о ней школьникам. Ведь спустя 30 лет о такой долгой и страшной войне до сих пор мало что известно. Я с самого начала сказал, что вот кто говорит не страшно, вы этому человеку не верьте. Это война есть война, страшно практически каждый день. Единственное, что могу сказать по своим ощущениям, это может быть уже, это как бы наша работа и наш воинский долг, может быть, просто как-то это чувство страха и опасности, может быть, ежедневно, вот когда в этом находишься, может быть, оно маленько притупляется, но оно никуда не исчезает. По случаю 30-летия с момента вывода советских войск из Афганистана во Владимир прибыла передвижная фотовыставка. 25 полотен, рассказывающих о нелегкой судьбе солдат на войне. Организатором выставки является Российский союз ветеранов Афганистана. Съемки проходили в Крыму. Там, по словам экспертов, ландшафт наиболее схож с афганскими полями. По несколько кадров приходилось делать эпизодов для того, чтобы достичь вот этого момента. Честно говоря, вот эти фотографии, которые у нас были в Афганистане, они, во-первых, и плохого качества, и черно-белые, и особо они оттуда не вывозились, поэтому информации о той войне мало. Вот эта реконструкция афганской войны, она действительно вот с высоким качеством, с высоким разрешением. Пули, звенящие над головами, ранения и смерть товарищей. Все ужасы афганской войны московский фотохудожник Александра Блаинина отразил в своем проекте. Военная форма того времени, часы Монтана и кроссовки вместо сапог. Это те значимые для солдат детали, которые переносят в то время. В своих работах фотохудожник отразила боль, которая затронула всех солдат-афганцев и их родных в 80-е годы. Конечно, очень впечатляет мелкие детали, которые вот она смогла показать вот через вот эти взрывы, потому что происходит полное погружение вот в то событие. Это отлетающие камни мелкие, это кровь, которая в таком состоянии дисперсионном. На войну в Афганистане за 10 лет из Владимирской области было призвано более 3000 солдат. 78 домой не вернулись. Те, кто выжили, в этом году встанут в один ряд с ветеранами Великой Отечественной. Вот вы знаете, впереди 9 мая. Мы сейчас вместе с нашими ветеранскими организациями готовимся к этой великой дате. И вот эти герои, которые для нас действительно герои с большой буквы, встанут плечом к плечу с участниками Великой Отечественной войны. Выставка «Афганская война» путешествует по России уже около 2 лет. Владимир стал 20-м регионом, куда прибыли данные фотоработы. Уже в понедельник выставка отправится дальше в Донецк. Екатерина Корнилова, Артем Горчаков, 6-й канал.